Самолет за самолетом. И вот на камешке у моря красота лежит. Ой, с таким видом балдеет. Кайфует, лежит. Там ветерочек. И ей там классно. Такие красивые желтые цветочки осыпаются. Колокольчики такие красивые. Ой, здесь какие-то плоды. А что это такое? Первый раз такое вижу. Уже шум сюда слышен. Дюденские водопады. Парк полон людей. Жара спала. Все гуляют, отдыхают. И здесь рядом аэропорт, самолет за самолетом. Конечно же, везде людей очень много. Игрушки ручной работы. Скопление людей. Это красота. Это нижние дюденские водопады. Есть еще верхние дюденские водопады. Это нижние. Здесь очень красиво на закате. Ну, мы просто проезжали мимо. Зашли. Сейчас уже вечер. Солнышко зашло. Но когда есть солнышко, то здесь в воде радуга отражается. Очень красиво. Люблю смотреть на воду. Такая мощь и сила передается воды. Просто завораживает. Всегда очень много желающих постоять возле водопада, снять, сфотографировать. Здесь же попугай работает, зарабатывает денежку. И еще несколько попугаев работает. Красивые, красные. Тут же можно купить фрукты. Инжир, черешенька, клубничка. Все к вашим услугам. Там дальше красивые можно взять шляпы, кепки с логотипом Анталии. Yeah.
Многие выходят вечером. Вечером не жарко, хорошо, ветерочек здесь очень приятно. Но очень высокая влажность. Сплошная русская речь. Вот мои ребятки стоят. Я чуть подальше отойду. Влажность сумасшедшая. Всем доброе утро. Мы снова на пляже, который рядом, недалеко возле нашего дома. Никуда не поехали, пришли на свой пляж. Покажу вам немножко обстановочку на пляже. Мы сегодня очень рано пришли, даже несмотря на то, что немного простыли все под кондиционерами. Пришли рано, людей почти не было. Сейчас 8:00, мы уходим, но уже людей подтянулось много. Вода, как обычно, прекрасная, теплая. Уже даже очень теплая, я бы сказала. Я вот сколько здесь жила, да и сейчас поражаюсь туркам. Значит, всю зиму они на расслабоне. Вся весна то же самое. Никто ничего не делает. Хотя, несмотря на то, что здесь классный климат и зимой очень тепло. Ну, что, мы зимой в спортивных костюмах ходили. Зато когда начинается сезон, даже не май, июнь начинается, они резко начинают все ремонтировать. Это так было всегда, сколько я здесь жила. Каждый год. И вот сейчас это основная считается набережная центральная. Перерыли какие-то камни. Здесь вот дорогу выкладывают. Вот ни зимой, ни весной, ни осень. Это никто не делает. Только когда начинается сезон. То же самое с пальмами. Мы всю зиму сколько жили, ходили, гуляли по набережной. Девушка Иран разлила. Ходили, гуляли по набережной. Пальмы были с такими обсохшими листьями. Их никто не чистил.
сезон начался, в мае уже туристов было полно, их никто не чистил. И где-то в середине июня они только начали чистить, вот обрезать листву на пальмах, приводить их в порядок. Настолько вообще страна на расслабоне, настолько они все расслаблены, приторможены. Я не знаю, как это по-другому назвать. И вот сейчас идет полным ходом ремонтные работы и здесь, и там, и с другой стороны, и в Хурме, там в районе мы проходили. Ну, сейчас, когда сезон, жара, 50 градусов, они оживились. Они все сейчас ремонтируют. Хорошо, хоть пальмы почищены. Висела такая сухая листва обычно. До середины июня ничего не слышно вообще. Вот вплотную идут ремонтные работы по всей набережной. И здесь тоже все перерыто. В общем, страна к туристическому сезону готова. А туристический сезон уже в разгаре, потому что народа очень много сейчас в Турции. Бедные турецкие собачки. Посмотрите, это уже вторая собака сегодня встречается. Вот так вот лежит, еле дышит. У нас сейчас на улице 50 с чем-то градусов. Ужас. У нее и вода там стоит, хотя она, наверное, вода мгновенно кипяток. Достаешь воду с морозилки, на улице она тут же становится горячей. Не надо, у него есть вода. Зашли сейчас в магазин «Мигрос». Хотим докупить некоторые продукты для дома. Всегда свежая выпечка вот здесь выкладывают. Свежие батоны, которые так любит турецкий народ. Овощи, орехи. Мы пришли с утра, здесь все как раз распаковываю, докладываю. Фу, как же здесь хорошо после улицы под кондиционером. Добежать до магазина нынче в 52 градуса жары – это целый квест. Рыбка тоже свеженькая, только выложили. Курицы – большой выбор. Это мяско. Здесь свинины, конечно же, нет. Все знают, мы в мусульманской стране. Курочка, говядина, телятина и баранинка. И колбасные изделия. В Турции колбасные изделия не кокушные. Для меня они лично вообще несъедобные. Я их в их сторону никогда даже не смотрю. Хотя поначалу, 3 года назад, как мы только переехали жить в Турцию, я перепробовала все в надежде на то, что все-таки что-то я найду для себя. Нет, не нашла. Здесь я обычно брала баранью ножку вот такого плана. Запекала ее, готовила, жарила, с нее все готовила. Вот такую перзолочку можно брать на косточке, тоже очень классно. Либо курицу. И говядину я, в принципе, ну, вообще ее не люблю нигде. Поэтому я здесь спасалась только курицей и баранинкой. Баранина здесь вкусная. Она бывает немножко, конечно, жирноватая, но она без запаха. Очень нежное, хорошее мясо. Сыров большой выбор, но большинство сыров в Турции соленые, все мы знаем. Есть вон что-то типа творога, ну, это он не так давно появился, где-то 1-1.5 года назад, раньше его не было. Но с настоящим творогом это так себе, что-то примитивное, это не наш настоящий творог. Вот в Канаде офигенный творог в магазине. Сыры вкусные, хороший выбор большой, но они все слегка подсолены. Оливочки, рыбка, сейчас стейк возьмем, 2 стейка сейчас выберу, самые толстые. Турецкие сладости, десерты. Из напитка очень люблю вот этот швепс. Ну, это как обычный напиток, но он вкусный. И лимонный я обычно, или апельсиновый беру. Ну и то в последнее время. И их не очень люблю. Кола турецкая, она идет дешевле, чем обычная, но на вкус отличная. Дидо XXL, даже такой уже появился. И мой любимый батончик. Я его постоянно покупала, ну, обычную длину батончик. Каждый день покупали с Никитой. Вкусный шоколад, вкусная шоколадная начинка, вкусная вафелька. Дидо, он есть и молочный, еще какой-то. Вот действительно вкусный. Не так много вкусных для меня батончиков здесь, но они есть. Как всегда, полно всякой посуды.
баночки, судочки. Это бардачки для турецкого чая. Вот нынче набор стоит 119, 219, 119, это поменьше. Здесь все пьют чаек с таких бардачков. Бардак – это стакан в переводе обозначает. Вот, кстати, у меня здесь осталась вот такая соковыжималка. Я ее в Канаде не нашла. Мне ее не хватало там. Лимончик выдавить очень удобно, либо цитрусы. Одноразовая посуда. Полотенечко. Корм для животных. Как обычно, детское питание. Хорошая, качественная в Турции туалетная бумага и бумажное полотенце. Они действительно хорошего качества. Трехслойные, толстые. Ну, как бы у меня есть чем сравнить с другими странами. А вот в Турции она хорошего качества. Жидкое мыло. Я последний раз, когда уезжала, взяла домой такое классное мыло, но сейчас я его не вижу. Оно с дозатором. Делает пенку с носика. Сейчас не вижу я его. И, кстати, хотела его еще купить, повторить. Ну-ка, если увижу, покажу. Очень хорошее. Косметика. Здесь они по акции. Беру постоянно вот эти тряпочки. Они очень хорошие. Я ими все мою. Но в А101 там целая... В другом магазине, в А101 там целая большая упаковка. Я их там беру. И вот эти вот хорошие. Они, конечно, не дешевые для Турции, но они хорошие. Дезодоранты, крема. Этого всего полно. И турецкое, именно турецкое. Оно хорошего качества. Можно брать на оливковом масле. У них много. Натуральные масла. Краски любые можно в Турции купить. Любая, какую вы хотите. Даже вот эти пшикалки есть. Лореалевские, которыми седину запшикивать. Расчески. Яблочный уксус, винный уксус. Майонезы, кетчупы, макароны. Макароны можно брать турецкие. Они классные, не уступают. Барилла дороже у них идет. Они не уступают. Барилла. Я вот, например, беру Анкару. Вот эту вот. Мы постоянно берем Анкару, она классная. Ну, как постоянно. У меня ребенок ест макароны и постоянно их просит. Поэтому я беру вот Анкара тоже хорошая. И все, в принципе, турецкие, любые классные. Не развариваются, очень хорошего качества. Здесь и фасоли, и булгур. Выбираем Tekin Pekmez. И хочу показать ореховую пасту, которую я постоянно брала. Она очень вкусная. Вот это вот. Но она всегда идет с таким легким осадочком, ее нужно сболтать. Классно, но она сладенькая слегка. Хорошая. Мы уже дома, взяли вот такой тахин и пекмез в наборе. Кто не знает, это ценнейшие продукты. И тахин – это ореховая паста кунжутная, и пекмез – это вытяжка из фруктов. У меня всегда должны такие две бутылочки болтаться в холодильнике. Их разбавляют один к одному. И можно с любым блюдом, либо просто как отдельный прием. Очень полезный, ценный продукт. Взяли в этот раз вот такую эконом-версию, два в одном. Часто покупаю лабне. Это та же самая Филадельфия, только турецкая. Вкусная. Это творожный сливочный сыр очень хорошего качества. Беру для себя вот такие хлебцы. Их никто не ест, кроме меня. Хорошие, вкусные. Это вместо хлеба я заменяю. Мои мужчины кушают батоны турецкие, которые все так любят. И взяли два вот таких стейка семги. Сейчас буду запекать. И эти два стейка нам обошлись $7.
взяла ванильный сахар, целую упаковку, сливочное масло. Буду делать вкусный крем для торта. Йогурт турецкий, его кушают ведрами здесь, все берут большими упаковками. Мы тоже очень любим турецкий йогурт. Клубничное варенье, захотелось. И взяла овсянку, хорошая здесь овсянка, макароны Анкара, упаковку яиц взяли и печенье Савоярди. Буду делать торт тирамису. Спасаюсь в жару вот таким швепсом. Я небольшой любитель этих напитков, но сейчас в жару они заходят отлично. В Турции постоянно покупаю вот такие тряпочки. Они мне так нравятся. Это микрофибра хорошего качества. Она есть разная. Вот именно эти тряпочки обалденные. Я их все время беру, мне их надолго хватает, я ими мою просто все. Но здесь так и показано, предназначены для всего. И все можно протирать. Они очень нежные, мягкие, классно впитывают, классно вытирают насухо. Очень нравится. 10 штук получается где-то 4-3,5 американских долларов. И вот мой уже готовый тортик тирамису. Делали для себя. Сейчас дам ему пару часов настояться и будем заваривать чай. Для этого торта самое главное сделать очень вкусный крем. Здесь вкусное бисквитное печенье, а с кремом получается просто потрясающе.